Дарья, ну расскажите, вы сегодня дебютировали в опере «Князь Игорь», расскажите нам об этом замечательном событии в вашей жизни. Ну, это событие действительно замечательное, прежде всего потому, что это первая моя роль в спектакле, и для меня она была очень важна. Будучи еще студенткой консерватории, я приходила в театр, смотрела спектакли, и, наверное, тогда даже мечтать не могла, что выйду на эту сцену с замечательными певцами, которыми просто можно гордиться только потому, что ты находишься с ними вместе на одной сцене. И сегодня сбылась мечта моя студенческая. Я оказалась на сцене Великого театра Сибирского Колизея. И я надеюсь, что я украсила его своим недолгим присутствием на сцене. И надеюсь, что еще долгие годы я буду здесь работать и буду радовать зрителей. Я надеюсь, что они примут меня, откроют свои сердца для моего голоса и в будущем будут ходить на спектакли, в которых я пою. Мы вас поздравляем. Расскажите, пожалуйста, ну вот первый выход на сцену, он запоминается, наверное, на всю жизнь. И вот сегодня он у вас какой был? Вы волновались, что вы чувствовали? Ну вот, Было страшно. да, конечно, конечно. Страх, он, наверное, никуда не уходит, даже если ты 500-й раз выходишь на сцену, потому что ты понимаешь, что это здесь и сейчас происходит. И когда открывался занавес, у меня пульсировала мысль, что вот он настал этот момент, да, сейчас, сейчас, сейчас. И, конечно, вот когда это все прошло и закончилось, ну, невозможно передать какой-то радости, облегчения от того, что этот этап уже пройден. И когда я находилась на сцене, ко второму, наверное, куплету, я осознала, что я получаю огромное удовольствие, когда пою, когда вижу зрителей, когда вижу чудесного дирижера. Спасибо ему, он работал со мной перед моим выходом, давал мне очень ценные советы, так что тоже спасибо.